Ши из рану, я устала, пришла до сусидки кофе брати. Я видела машины, тут три машины я видела. Они наезжали как на бандиты, я думала, Бог знает, кто эти. Они начали двери ломать. Когда начали бить у дверями, сразу я открыла двери, стенки все упало, мне дулу, дети се напудили. Я сама одна купинская, я без человека. У меня человек на свадьбу умер. Я не знала, что делать. Чуть оморок там не упала. Ребенок, и все, напугались дети. Начали с фукалками фукать детям в глаза. И я не знала, что делать, я начала кричать. Они говорят, давай этого человека. Я сказала, еще я буду ходить по табору. Если вам надо, идите искайте. Я не знаю такую фамилию. Такие человек я не умею, я не знаю, я неграмотна. Все. Утро вечером в 6 часов они ворвались в дом. Даже не спросились, кто ты, как ты, как зовут тебя. Я спросила одних, зачем вы зашли в дом. Отзовитесь. Они даже не показали свое удостоверение. И сразу взяли фукалку и детям фукать в глаза. Я им сказала, зачем вы без староста ходите? Кто вам такое право дал без староста ходить? Где вы этот закон нашли? Они мне начали меня угрожать. Я вышла, они сразу к маме пошли во двор. Там тоже дети есть, маленькие трое. Один, одна есть 3 месяца, другой 2 годика, третий 3 годика. Мама их выгнала из дома, потому что она старая. Ей 54 лет. А папе тоже, он тоже старый. Ему 68 лет. Они уже старые. Вышли в другой двор. Начали там тоже ломать двери. Выломали двери. Зашли там тоже дети. Им тоже начали фукать в глаза. И так они вошли сюда, в этот дом, не спросили ничего. Сразу тоже детям фукать в глаза. Вынесли человека из дома и даже не сказали, куда его понесли. Били его. Мы спросили, куда они его везут. Они не сказали ничего. И увезли его.